Маленькие жители 6-го микрорайона вовсю осваивают город Видное. Пока на обустроенной до них детской площадке застройщиками этого жилого комплекса. Каждый день мы сюда ходим. И в обед, и еще и вечером приходим. Здесь качели, да? Дочка, что тебе тут еще нравится? Вон там качели нам нравятся. Горки, большие, маленькие. Песок, песка нет, но он пока и не нужен. Качели, конечно, можно было бы побольше, но нравится. Каждый день тоже приходим. Мечтаем в детский сад попасть. А то с кем сидеть, на работу выходить. Так что вот, очень бы хотелось попасть в садик. Детский садик на 120 мест уже готовится к сдаче в эксплуатацию. Завершаются наружные и внутриотделочные работы. Территория огорожена забором, посажены деревца и декоративные кусты. Положен газонный настил. Весной ребятишки будут бегать по зеленой травке. Сдача объекта планируется на конец 2015 года. Садик будет с бассейном, соответственно, что, в общем-то, будет качественно влиять на здоровье детишек и так далее. Объект интересный, соответственно, все инженерные системы и коммуникации будут позволять объекту обеспечивать и безопасность детей, и как общую безопасность, как и безопасность внутреннюю, то есть применены современные технологические материалы, технологические решения, строительно-инженерные решения, которые позволяют сделать максимально комфортными пребывание детей вот в дневной период. Требования к застройщикам предусматривают строительство не только социальных учреждений, придомового благоустройства, но и других объектов инфраструктуры для комфортного проживания жителей. Это магазины шаговой доступности, иные объекты социально-культурно-бытового назначения, они обязательно выполняются, обязательно организовываются. Это предусматривается комплексными проектами благоустройства, комплексными проектами застройки территорий. Район растет и развивается. В других микрорайонах уже есть многие объекты социальной инфраструктуры. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.